Уже до конца этой недели Государственная Дума планирует принять новый закон, который сделает депутатов более честными и добросовестными. Речь идет о том, чтобы лишать полномочий тех из них, кто вовремя не предоставит декларации о своих доходах. Напомню, в этом году выяснилось, что к положенному сроку, то есть к 1 апреля, многие из народных избранников то ли забыли это сделать, то ли не успели, а может и просто проигнорировали требования закона. Вероятно, потому что до сих пор ответственность за это нарушение для депутатов была прописана нечетко. И вот пробел устранили. Теперь депутаты всех уровней, независимо от того, работают они на постоянной или непостоянной основе, должны будут подавать декларации. В том числе это касается и сельских депутатов. Я поддерживаю эту инициативу, поскольку деятельность депутатов носит публичный характер, поэтому если человек идет во власть, то он должен быть готовым к тому, что необходимо выполнять все нормы антикоррупционного законодательства. Еще одно важное предлагаемое нововведение – это запрет на иностранные счета и активы за рубежом. Закон реально пролагает путь во власть тем, кто готов различать личное и национальное, кто готов реально работать на страну, а не зарабатывать на ней. И все те поправки, о которых мы сегодня говорим, они не являются препятствием в осуществлении профессиональной деятельности. Отдельно по фракциям обсудят механизмы реализации новой нормы на местах, на региональном и муниципальном уровнях.